сейчас я вам хочу показать, как я пересаживаю в школку черенки укорененные, черенки винограда укорененные этой зимой. Сегодня у нас май, конец мая. Нам нужно достичь того, чтобы за сезон у нас вызрело вот хотя бы одна лоза. Ну там как получится, тут одна. Так сказать, школку высаживают для дальнейшего развития. Вот. И осенью выкопаю и помещу их на хранение в подвал. А весной уже высажу. Разрезаем бутылочку аккуратно, чтобы с комом достать наш саженец. Тут у нас земля песчаная. В этом месте земля песчаная, я добавляю сюда песка. В прошлом видео на другой стороне участка я показывал, как я насыпаю песок слоем. Там его почти не было, мало было. Вот у нас корневая. Вот мы видим. Прям целиком, вот так с комом. Устанавливаем его. Насыпаем. Заранее я подготовил на них бирки, потому что они у меня есть разных сортов. Бирки изготавливаю из пластика рекламного. Он мягкий, на нем ручкой напишешь, допустим, выгорит, карандашом тоже вымоется. А на царапов вот так, ну скажем, той же ручкой шариковой. Получается ямки, и потом хоть дождь, хоть что, наберешь, раз, и все, название видно. Удобные бирочки в этом плане. Я их не только на виноград, а и на другие растения прицеплял. Вот ее, не видно надписи. Мы ее раз, натерли, все, она видна. Режем аккуратно, чтобы не повредить корневую. Перед этим я неделю не поливал. Они у меня закалялись на даче. Выносил утром на крыльцо. Полусини, скажем так. Потом на солнечном окне они полнедели были.
каждый день приезжать, выносить. Вот так и закаляем, так сказать, свой. Как видите, они чувствуют себя прекрасно. Я их ставлю с небольшим наклоном туда. Хотя рекомендуют вроде как на юг. Перетянулся к югу. Но все равно будет вверх. Нам надо и вырастить вертикально вверх. Видите, она у нас песчаная, в этом есть свои плюсы. Трава не везде растет, а вот растения тоже мы начинаем урожай. Они отлично плодоносят. Прикапываем землей. Потом я это все разровняю, замульчирую пленкой либо травой и установлю небольшую шпалерку.